что-то так на меня посмотрел. А что это она с папой ходит? До свидания, да и с папой. Да, Артём? Чатенькой кузнец. Да. Они одна придет. С кузнецом ходим, на свидание. Стёп, Стёп. Да. Ай, ты большой и сильный. Улыбка у него на лице, я не могу. И говорит, боже, какой мужчина, правда, Воль? Да. Вольтюш, ну извалял всю девушку, ну что ж ты делаешь? Она крутится на попе. Нет, уже не крутится, застеснялась. Она покушала, теперь... Нет, еще не покушала, но она будет безобразничать. Будет мордочку свою о ковер вытирать. Ну и вот так вот. И вот так вот ездить. Это у нее такое развлечение. Это у нас перерыв в рассказе о духах, потому что не могу удержаться, не заснять это безобразие. Вот так себя ведут мои всякие домашние питомцы. Тата, ты такой добрый! Лежим! Помогите! Помогите!